Всем привет! Сегодня решил записать некое ознакомительное видео о том, кто я такой и чем занимаюсь. Зовут меня Томас. Знаю, что не совсем обычное имя для русскоговорящего, но такое оно есть. Я из города Риги, Латвия. Мне 27 лет. На данный момент работаю в крупной IT-компании тестировщиком программного обеспечения. В IT-сфере работаю чуть больше года. Как и многие другие, сменил род деятельности во время пандемии. О том, чем я занимался раньше и какое количество работы у меня было, будет отдельный ролик. А если ты был на моем канале, то наверняка обратил внимание, что большинство видео на тему велопутешествий. Велопутешествие – это одно из моих основных хобби. Велосипедной темой как таковой увлекаюсь уже с детства, но попробовать велосипед в качестве транспортного средства для путешествий пришла в голову идея такая только где-то года три, наверное. Обратно, в 2019 году мы впервые съездили в Эстонию, и после того раза мне это сильно понравилось. Теперь это практически ежегодная традиция, которую мы с командой соблюдаем. И несмотря на все ограничения как в стране, так и в Европе, и мировую всю эту ситуацию, в этом году удалось путешествовать практически каждый месяц, как по Латвии, так и опять же в соседнюю Эстонию съездить. Помимо велотемы, также увлекаюсь фото- и видеосъемкой. Ну а там, где съемка, должен быть и монтаж. И монтаж является тем самым хобби, на которое трачу больше всего времени. Со временем все эти хобби переросли в YouTube. В будущем на канале будут выходить ролики с велопутешествий, с обычных путешествий. А также рассматриваю идеи о выпуске обучающих видео на тему тестирования, а также на тему видеомонтажа. Также рассматриваю вариант о снятии неких еженедельных влогов на тему жизнь в Латвии или даже жизнь в Европе. Напиши в комментариях, если тебе интересен будет такой формат. Ну а на этой ноте, наверное, буду заканчивать видео. Спасибо за просмотр. Пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу новой тематики. Подписывайся на канал и увидимся в следующих видео.